Stellar – децентрализованный протокол платежей, находящийся в открытом доступе и позволяющий быстро осуществлять трансграничные переводы между любыми парами валют. Как и другие криптовалюты, он работает по технологии блокчейн. У него есть собственный актив – цифровая валюта под названием Lumen – XLM. Lumen обеспечивает функционирование Stellar и всех ее операций. Compound – это децентрализованное приложение для кредитования, разработанное на блокчейне Ethereum. По сути, любой владелец поддерживаемой криптовалюты может внести ее в основной смарт-контракт, где она присоединится к пулу ликвидности и начнет генерировать проценты. Процентный доход поступает от других пользователей, которые занимают средства и выплачивают проценты по кредитам. Silo – это блокчейн на базе Ethereum с открытым исходным кодом и алгоритмом доказательства доли владения. Он разработан для поддержки стейблкоинов и токенизированных активов с помощью алгоритмического механизма стабильности с резервным обеспечением. CGLD – это криптовалюта, которая служит для платформы Silo, служебным и управляющим токеном. Благодаря CGLD можно легко отправлять, получать и хранить стейблкоины, представленные на платформе Silo. Без криптокошелька достаточно иметь только смартфон.